Всем привет! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Мы находимся в коттеджном поселке Встречного, рядом с поселком Стрелка находится. И здесь есть торжественное событие, дорогие друзья. Дом, который мы сегодня сдаем. Поздравляем людей. Ключи находятся вот здесь. С этим событием. Это здорово. И именно об этом сегодня в нашей программе. Сразу скажу, то, что владельцы дома уже понемножечку обживаются, но ключи находятся у нас, и поздравлять их будем мы здесь сегодня и сейчас. Ну и, кстати, событие двойное, потому что у ребят сегодня праздник, еще и 10 лет совместной жизни. Здрасте. Здравствуйте. Ребят, как договаривались, мы без опозданий. Мы вас ждали. Спасибо. Мы вас искренне поздравляем. Во-первых, 10 лет совместной жизни. Сделаем немножко наоборот. Мужчине шарики. 10 вот. Лет. Ольга, это вам, семьей. Там сертификаты скидочные, плюс необходимые хохоряшки. И давайте посмотрим, где вы, как вы обжились, куда вы нас пригласите. Здравствуйте. Проходите. Кухня-гостиная. Спасибо. Можно первому, да? Да, будьте любезны. Проходите. Мы начали обживаться, поэтому, извините за беспорядок, скажем так, творческий, в общем-то. Вот, обратите внимание, сделали ремонт потрясающе. Сделали все наши, учли пожелания, которые мы хотели. Мы сделали фартук, обои поклеили. Это я правильно понимаю? Все как бы по-вашему, вы захотели так, это компания да. сделала. Мы решили немножечко внести изменения. Также нам сделали вот потолочные карнизы, сделали тоже по нашему желанию. Мы просили их об этом. Мне поручили передать вам основные ключи от дома. Так, кому не знаю, спасибо, не знаю, главе семейства, друзья. Глава семейства. Поздравляем, 10 лет, дом ваш, ребят, я знаю, что вы его приняли, но вот официальная часть у нас позади. Почему именно Стрелка, Оль, вот какова вообще история переезда отсюда, вы из севера приехали? Вот, мы с севера приехали сюда, как бы по желанию у Олега здесь проживают родители, в станице Курчанской. И мы приехали изначально сюда жить, купили квартиру в Краснодаре, думали, что будем жить в городе. Но в городе нам не понравилось, мы 5 лет помыковались, скажем так, а приезжали сюда в Курчанку постоянно и видели, как растет на наших глазах Азовский. Азовский поселок, это тоже Стройгарант Анапа. Мы туда съездили, посмотрели, дома растут как грибы, мы видим, как их раскупают в течение этих 3 лет, что он строится. Мы видели, как их раскупают эти дома. И в итоге я стала настаивать на том, что нам нужно тоже перебираться, потому что земля нас тянет, нам интересно с ней воевать, что-то растить и выращивать, и город нам не интересен. И встал вопрос о том, чтобы купить. Мы поехали в Азовский, посмотрели квартиру, Лариса Ивановна нам показала. Ой, дом, точнее, извините. Она показала нам домик, все, нас все устроило, но там немножечко как бы ценовая политика, чуть-чуть побольше. Вот, а мы хотели уложиться в деньги так, чтобы продать квартиру в Краснодаре и никому ничего не быть должными, переехать сюда и жить спокойно. Поэтому мы поехали в Стрелку. Нам показали домик, мы восхитились тишиной, покоем. Потом мы познакомились с соседями, побыли здесь, поездили, посмотрели. И вот приняли решение, поставили квартиру на продажу. Все у нас получилось. У нас задержка с денежками была, чтобы мы не залазили ни в какие долги. Нам дали отсрочку небольшую. Пошли на уступки по-человечески? Да, пошли на уступки. То есть, ну, во всех отношениях диалог всегда конструктивный. Никаких не было, вообще не было проблем, собственно говоря, ни о чем. Вот, мы поставили баню, туда. На уровне еще строительства дома, то есть мы уже купили ее, хотели ставить в Курчанке, а потом решили покупать дом, и это все решение было вот сразу, то есть и квартиру продавали, и баню купили, и с домом решали, и нам пошли тоже навстречу, разрешили поставить ее сюда, потому что она была уже куплена и висела, скажем так, в воздухе, и она здесь стоит. Дом с землей по цене квартиры. Отлично, это да, просто вообще. Нереально здорово. Ну, вы молодцы, еще раз пожму руку, что это да. Мечта. Сбылась на пенсии. Вот, да. Ну, пенсия. Я да. не верю, что вы пенсионеры, вы шикарно рулите. Ребята, всегда интересно вот посмотреть, что где будет. Вот, а все да, ли соответствует. Пойдемте, Оль, пожалуйста. Давай за вами сразу. Прошу вас, проходите, да. Ремонт мы заказывали, мы приезжали к ним в офис, с нами сотрудничала Татьяна по отделке, вот, она нам показала дизайн-проекты такого типа, мы изменили немножечко, душевой, видите, да, вот именно мы установили вижу. Душевой поддон, душевую стену, мы так захотели, нам ее построили, это и вот сделали, да, и сделали вот такой вот чудесный ремонт.
Нас тоже все устраивает, сделали как надо все. Ну, в идеале, как видите. Ну, все. И коридор у вас большой. Да, у нас прихожая замечательная. Мы перенесли, нам подарили в подарок лестницу на чердак. А вот как раз ее сейчас открываем. Да. Вот, Олег, пока открываем лестницу, скажите, какие планы у вас на чердак? Потому что кто-то ее использует, кто-то вот есть американка и все. А, смотрите, чтоб не... Нет? Все нормально будет? Естественно, сделаем... Изменим на склад, будем там хранить вещи. Да, все равно в любом случае, да, надо будет там что-то делать. Муж, он затейник, он что-нибудь да придумает. Изначально он должен был быть здесь, но мы решили, что это не функционально, мебели не поставить. И мы попросили ребят, и нам вот его переставили сюда. То есть все правильно, подтверждение моим словам. На этапе строительства можно дом передвигать в какие-то моменты, как под клиента. Это очень удобно, Константин, правда. Мы приезжали, мы здесь, видите, как бы не ходили, находились в непосредственной близости. Мы могли приехать и на этапе того, что здесь делается, в какие-то коррективы выносить. Это очень удобно. И то, что идут навстречу. Дальше у нас что? Спальня. Эта спальня немножечко меньше по квадратуре. Она... Ну, все ровненько, чисто светло, главное, да? Вот сейчас отлично, полдень. Вообще, она... то, что солнечное получается, окна, солнце сюда. Здесь очень тепло, очень здорово. И видите, пространство для нас двоих будет более чем достаточно. Ну, у вас спальня и гостевая, скорее всего, да? Да. Думаете об этом? Да, конечно, обязательно. Уже гости собираются ехать. Конечно, уже... вы же на юге возле моря Азовского и Черного, так что друзей у вас сейчас будет много. И расположение же, да, какое замечательное. Это вторая спальня. Мы не стали выдумывать здесь ничего с интерьером. Спокойные тона, приятные. Обои компании. Компания клеила, и компания нам их предоставила, эти обои. Только выбор был наш. Очень все удобно, очень здорово, очень светло, красиво. Ну, нам нравится. Тепло, видите? Очень мы тепло. Включили уже отопление, нам тепло. Мы полы еще не включали. Еще пока не знаем, как это делается. Вас научат. У нас прорабы, вы знаете, по одному звонку, и Илья Анатольевич уже здесь. Оп, что, ребята, полчаса включим. Вот, а так очень тепло сейчас. Сейчас, ну хорошо, нам очень нравится. Ребят, 5 соток земли, вот та самая банька. А что здесь будете вообще, как использовать эту землю? Ой, хотим мангальную зону сделать обязательно, будет там навесик, сделаем мангальную зону, поставим из ротанга там мебель. Так как мы пенсионеры, мы собираемся здесь отдыхать, не пахать, соответственно, а отдыхать. И для этого все здесь располагает, в принципе. Терраса вот во всех проектах, это для вас было принципиально или больше земли, мы террасу не хотели. Дело в том, что вы же были внутри, видели, окно недостаточно большое для того, чтобы освещение было. Я не хочу красть воздух у себя. Мы сделаем там навес, у нас навес, там мы сейчас пройдем. Здесь этого не требуется. Будет крылечко, мы сделаем крылечко, чтобы чисто вода здесь не текла к нам в дом. Проходите. Ольга, конечно. А почему именно вот в штукатурке баулит, а не кирпич? Ну, потому что, во-первых, это архитектурный стиль. Вы видели наши дома. Сестрой Гранд она построит все в одном архитектурном стиле. Это очень красиво. И портить мы этого не хотим, соответственно. Нам нравится. И тепло, там же утеплитель какой-то. Конечно, очень там серьезный. Утеплитель. Да. Правого МИД вам скажу. Да. Зимой не холодно, летом не жарко. Я про него изучал. Вот видите, вы знаете гораздо больше, чем я даже. Из допа навес, правильно я понимаю? Да, навес, да. Мы заказывали у Строй Гранд Анапы, сделали. Илья Анатольевич нам сказал, что, возможно, не успеет к открытию нашего дома, точнее, к завершению ремонта, но сделал нам подарок, сюрприз такой, скажем, мы подъезжаем, а он стоит. То есть нам не звонили, не говорили, что он стоит. Мы очень довольны. Вот, нас все устраивает. Ребят, вам тогда хорошего настроения. Еще раз с праздником. 10 лет плюс спасибо дом. Вам. Все круто. Спасибо и вам тоже. Мы к вам хорошо. Приедем. Обязательно, с тортиком, я помню. Да, с тортиком уже все сядем, чай попьем, посмотрим, как деревья плодоносят. Все, спасибо, что нас приняли. Хорошего настроения, до новых встреч, ребят. Ну, всего пока. Доброго вам, ребята. До свидания. До свидания. Очень
очень приятно общаться с людьми, которые приобрели дом, видеть их радостные лица. И вот, ребят, рекомендуем обращать внимание на те дома, которые у нас находятся в свободной продаже. Напомню, дом можно построить, вот заказать, или 50, 60, 70 квадратных метров на том участке земли, который вы приобретете. Это может быть Встречный, недалеко поселок Стрелка находится, или же Темрюк, там Азовский, может быть Жемчужина. В общем, есть где выбрать, какой дом в каком районе. Самое главное, звоните по телефону горячей линии, интересуйтесь ценами и не пропускайте наши обзоры на нашем канале. Ну а на сегодня это все. До новых встреч. Пока.